Одиноко проживающие пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие семьи, могут подать заявку на замену газовой плиты или колонки. Как сообщает Министерство социального развития Пермского края, размер компенсации составляет до 15 тысяч рублей. Услуга на замену оборудования носит заявительный характер, а обращаться нужно в социальную защиту населения. Адрес и номера телефонов на ваших экранах.